В Петербурге подвели итоги фестиваля «Приморская звезда». Ежегодный конкурс талантов впервые стал общегородским. Сейчас это не только конкурс как таковой, но и площадка для самовыражения каждого, вне зависимости от таланта. Танцоры, певцы, актеры, музыканты. Борьба за звание лучшего развернулась в 10 номинациях и 4 возрастных категориях. Некогда районный конкурс в свой юбилей сильно вырос. Галоконцерт устроили на сцене театра имени Райкина. А число участников с нескольких сотен резко подскочило до 4500. Жители всего города. Вот. И других районов, и в этом году это особенно мы уделили этому особенное внимание, для того, чтобы нам обращались и участвовали именно жители других районов в том числе. Но, конечно же, самая талантливая молодежь в Приморском районе, естественно. Из внушительного списка претендентов в финал прошли только 170 человек. Правда, выступить смогли лишь 20. Больше не позволила вместимость зала. Организаторы признаются, не ожидали такой популярности и уже сейчас задумались о поиске более вместительной площадки на следующий год.